Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause so long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something, it's gonna be love, because I had the time of my life. Во все века человек пытался найти любовь, человек пытался любовь объяснить, удержать, но любовь так и оставалась тайной, загадкой. И какое-то великое чудо, когда встречаются двое, и им двоим открывается эта тайна, это непреодолимое, совершенно непонятное желание быть вместе и стать одним целым. Дорогие друзья, конечно, вы самые близкие, самые родные. Но именно сейчас, в минуты, которые наступают, я попрошу вас распахнуть свои сердца, подумать о тех людях, которых искренне и всем сердцем любите вы, о тех, кто искренне и всем сердцем любит вас. И, конечно же, поддержать Марину и Диму в этот очень радостный для них день, но вместе с тем день наполненный волнениями. Итак, думаю, не будем терять времени и пригласим к нам самого влюбленного и самого любимого мужчину сегодняшнего дня и сегодняшнего вечера. Дмитрий, просим вас! Only fools rush in, but I can't help falling in. Свое законное место. Рада с вами сейчас познакомиться. Волнуетесь сегодня? Уже да. Жениться не передумали? Нет. Ну, тогда воспользуемся этим моментом и пригласим вашу избранницу. Очаровательная Марина в сопровождении папы. Фух. Она прибыла. Итак, я хочу напомнить вам, дамы и господа, что лепестки эти предназначены для Марины. И как только она здесь появится, осыпайте ее лепестками. Ведь такое происходит один раз в жизни. Ну а сейчас ваши бурные аплодисменты. Один из самых трогательных моментов. Папа сейчас отдаст свое самое большое богатство, свою доченьку, в руки будущего мужа.
Сегодня вы отдаете друг другу себя и свое будущее. На такое способны только те люди, у которых чистые мысли, доброе сердце. И, конечно, только те люди, которые по-настоящему полюбили друг друга. Каждый человек на этой земле ищет свою вторую половинку. И вроде каждый человек знает, что эта половинка точно где-то есть. Но, увы, не каждый человек ее находит. Как вам повезло. Вы встретили друг друга и не пропустили друг друга. Вы вместе. А теперь остается так мало и так гигантски много сберечь этот поистине великий дар небес. Главное не забыть, что любить – это значит находить свое счастье в счастье другого человека. Сегодня, конечно, не только день, наполненный романтикой, но и день, который требует от вас определенных обещаний, ведь вы решили создать семью. Итак, в этот важный и торжественный день вашей жизни я хочу спросить вас, уважаемый Дмитрий, обещаете ли вы стать для этой юной, очаровательной девушки не только любимым мужем, но и верным другом, ее защитником и опорой, мужчиной ее жизни, мужчиной, с которым Марина будет жить в любви, уважении, понимании и доверии? Обещаете ли вы, Дмитрий, заботиться о Марине, о ваших будущих, любимых детях и вместе с ней строить счастливое будущее вашей семьи? Согласны ли вы, Дмитрий, взять Марину в свои законные жены? Да. Ура! Очаровательная Марина с такими удивительными глазами, наполненными любовью и красотой вашей души. В этот радостный и торжественный день, в присутствии самых близких вам людей, я хочу спросить вас, обещаете ли вы стать для этого молодого человека, для Дмитрия, не только любимой женщиной, но и его спутницей, его подругой, женщина его жизни, человеком, с которым Дмитрий будет жить в любви, уважении, понимании и доверии? Обещаете ли вы стать берегиней вашего домашнего очага, заботливой матерью ваших будущих любимых детей и вместе с Дмитрием строить счастливое будущее вашей семьи? Согласны ли вы, Марина, взять Дмитрия в свои законные мужья? Да. В этот радостный день, в этот особенный день, я уверена, что вам есть что сказать друг другу от себя. Итак, я самоудаляюсь, а этот микрофон передаю, Дима, вам. Прошу вас. Мариночка, любовь моя, я хочу, чтобы мы пронесли нашу любовь через всю нашу жизнь, чтобы мы вместе наполнили наши дни счастьем и радостью, чтобы каждый день, каждый Божий день мы дарили друг другу тепло и радость. Давай не будем об этом никогда забывать и радовать друг другу каждый миг и наслаждаться им. Дима, ты мой мужчина, моя жизнь, моя любовь. Когда ты рядом, я знаю, что в этом мире нет женщины счастливее, чем я. Я хочу в ответ делать тебя самым счастливым мужчиной каждый день своей жизни. Я люблю тебя всем сердцем. Мне кажется, любить больше просто невозможно. Вы сейчас так честно и так искренне отдали друг другу себя, и я предлагаю скрепить ваши обещания обручальными кольцами. Итак, долой кольцо, которое символизирует вашу жизнь предыдущую. Теперь, естественно, вы становитесь женой.
Марина и Дмитрий, вот вы и стали мужем и женой. Дмитрий, поцелуйте свою супругу. Ну что ж, обручальные кольца на руках. Уже наше празднество здесь, в Феофании, подходит к своему завершению. И мне только остается напомнить вам, Дима и Марина, что любовь – это не аксиома, это теорема, которую стоит доказывать каждый день. И когда, просыпаясь утром, вы спросите себя самого, что сегодня ей, что ему я могу сделать хорошего, и сделаете это, то поверьте, через какое-то количество лет вы поймете, что вы самая счастливая пара на этой земле. Почувствуй мою любовь во взгляде и в каждом жесте. Коснись поцелуем губ и ласково улыбнись. Поверь самому себе, что мы наконец-то вместе. Поверь, мы с тобой нашли, чтобы рядом прожить всю жизнь. Придумай для нас слова, а, впрочем, и слов не надо. Когда говорят сердца нелепо наивность фраз, и тысячи лет или верст не станут для нас преградой. Ведь силу любви дано в разлуке понять подчас. Не нужно грустить о том, что было когда-то в прошлом. Оно — лишь нелегкий путь, который пройти пришлось, чтоб встретились я и ты в своем настоящем общем, и чтобы у нас с тобой и будущее сбылось. Дорогие гости, поаплодируйте эти замечательные паре. Вы посмотрите, они не могут налюбоваться уже друг на друга. Они не могут насытиться друг другом. Как замечательно, что именно сегодня к таким людям вы пришли в день их свадьбы. И именно таких людей вы будете поздравлять.